С 1 июля этого года надбавка на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов для предприятий, в числе которых школы, больницы и вузы, составит примерно 160 рублей. Это вдвое увеличит стоимость данной услуги, предоставляемой компанией MAC Group, и составит 308 рублей 54 копейки за кубометр. Правительство Нижегородской области утвердило такую стоимость своим постановлением. В настоящий момент правомерность данной надбавки рассматривает антимонопольная служба. Правомерность установления надбавки к тарифу в настоящий момент не представляется установить возможным, поскольку у нас отсутствует необходимая информация. В настоящий момент мы сделали соответствующие запросы как в правительство Нижегородской области, так и в региональную службу по тарифам и непосредственно самому хозяйствующему субъекту, кому данный тариф был увеличен, с тем, что они представили документ, подтверждающий экономическую обоснованность такого рода повышения. В настоящий момент такие запросы нами направлены, ответы пока не получены, поэтому говорить о правомерности пока рано. По некоторым данным, введение этой надбавки связано с затратами на строительство мусоросортировочной базы. Инвестиции в этот проект оцениваются в сумму более миллиарда рублей, а бремя затрат компания решила переложить на потребителей. Такого же мнения придерживаются и антимонопольщики. Напомним, недавно именно с такими же претензиями УФАС выходила к энерготрейдеру ТНС Энерго, которые необоснованно завысили тарифы, включив в них и услуги колл-центра, и обслуживание кредитов предприятия. Анастасия Грибова, Георгий Захаров, Никита Вертлин, столица Нижней.